вам песенку спою про 5 минут. Эту песенку художники споют. И давайте в песне этой санимирую куплеты этой песенки про 5 минут. 5 минут, 5 минут, больше 7000 кадров. 5 минут, 5 минут, боже, сколько ж сил мне надо. 5 минут, 5 минут, не так много, если строго. Даже эти 5 минут нужно делать очень долго. 5 минут, 5 минут, больше 7000 кадров, боже, сколько денег надо. На часах у нас 12:05. Мало времени, а ты еще в пути. Попроси ребят помочь, и ты скажи, нужна помощь. На часах 12:05. Наш труд он не ждет, выживает на работу. 5 минут для него, это не так уж и много. Я пойду разузнать у других творцов Ютуба, сколько шекелей платить, чтобы в итоге было круто. Милый друг, поспеши, медаль уже горит, не откладывай на завтра. Эй, что ты тут делаешь? Отпивай мне. 5 минут мульта рисуем иногда, не вместить туда сюжет нам никогда. Но бывает, что секунда все меняет очень круто, все меняет ядра сына навсегда. Чертоглавный налет может сделать ролик песни. Вон сидит паренек, он поможет, хоть ты тресни. Это точно? Это точно. Но ведь 5 минут немного. Просто стой, ты упрости, станет проще вся работа. 5 минут, так немного. Просто стой, ты упрости, станет побыстрее работа. А зачем же что-то делать на YouTube, а? Эту песенку твою про 5 минут. Чего? Лучше скрыться на 2 года, а потом вернуться снова триумфально, возвратившись на Новый год настает, с новым годом, с новым счастьем. Столько нового ждет, пусть придет конец ненастью. Пусть мы все принесем радость, чтобы улыбались, ведь за той Новый год, чтобы все мечты сбывались. Новый год настает, с новым годом, с новым счастьем, с новым годом, с новым счастьем.